И эти перехваты и ситуацию на фронте обсудим с военным экспертом и офицером армии и обороны Израиля. Игаль Левин сейчас присоединяется к нашему эфиру. Игаль, здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую. Игаль, ну вот мы знаем, что все эти перехваты, они станут и будут доказательством в международных судах, об этом говорили и представители Главного управления разведки, будут судить военных преступников. Военные преступления, как мы знаем, не имеют срока давности, пусть пройдет хоть 20 лет, но, возможно, самый лучший суд для таких нелюдей – это все же смерть на фронте. Ну, смотрите, тут просто нужно такую вещь понимать очень четко, что никто в мире не будет карать военных преступников российских, кроме самих украинцев. То есть, если и есть интерес найти всех, кто, вот, ну, как упомянутый был в перехватах Лиман, и не только Буча, вообще Харьковская, Херсонская область, все генералы, полковники, кто посылали, расквартировали части, отдавали приказы и так далее, и всех наказывать, то это только интерес Украины прямой. Не нужно ожидать, что после того, как завершится война, какие-то международные станции, институты и так далее, вот они займутся там вот наказаниями вот военных преступников. Вот, то есть, вот, если этого понимания нет, то вот дальше, как и с Гиркиным, да, который спокойно там топчет землю вот в России, там ходит, живет, дышит. Вот, хотя известно, доподлинно известно о всех военных преступлениях его, еще 2014 года, вот, то будет все то же самое, просто будут как бы себе жить и здравствовать. Да, однозначно, и за вооруженными силами Украины, как говорится, не заржавеет, они уже, по сути, делают работу по уничтожению этих военных преступников. Давайте с вами послушаем еще один, самый свежий перехват от Главного управления разведки Украины о том, что же произошло в Макеевке. Вот оккупантам уже стало известно о количестве пропавших. Короче, звонил Серегу Аленкин. Он лично, короче, перевозил тела вот этих из Макеевки и из второго, вот где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших. Говорит, 12 КАМАЗов, говорит, я вывез. Я же тебе сказал, это мне не 63. А почему тогда, власти-то это все замалчивают? Да потому что, чтобы бунт не подняли, нахуй. Серега, Аленка, говорит, Серега сидит, говорит, он просто за голову схватился, говорит, у него ему и плохо, он не знает, что делать, он сидит, плачет, а у него там друг еще погиб в госпитале, когда госпиталь бомбанули. Все хорошо об этом, я тебе звоню, чтобы наоборот развеяться. А так ничего, он дожираем салаты, поели все. Я не спал выступление Путина. Самое уебищное выступление, которое я видела. Да, этот, как у Оксанки сына, помнишь, ты говорил, в госпиталь положили с контузией, с переломом глазницы-то? Этот придурок, в Новый год решил глоточек пива сделать. Его какой-то командир, капитан какой-то спалил. Что ты думаешь, его не вылеченного с тяжелой контузией, с переломанной глазницей, отправили обратно на позиции, говорят, не нарушение режима, господи, когда уже это все закончится, а? Игаль, ну вот стало известно им правда, 610 погибших в Макеевке, 12 КАМАЗов они вывезли, и они себе сейчас еще почему-то задают вопрос, почему власти все умалчивают. Вот скажите, можно ли как-то этим людям объяснить, почему все это происходит, или это бесполезно? Ну, слушайте, я им не папа, как бы это объяснять или давать советы, как им это объяснять. У нас в январе ожидается вторая волна мобилизации. По разным оценкам говорят, что там будет, попытаются призвать сотни тысяч до полмиллиона, до 500 тысяч. Ну, наверняка это не за один месяц, конечно же, это в течение месяцев, то есть в течение, возможно, всего вот этого года, который наступил. Посмотрим, как это будет развиваться. Смотрите, сегодня ГУР сообщили, что они начинают закрывать границы для выезда. Попутно у нас есть информация, сообщение, что, возможно, Путин захочет так называемое СВО перевести формат войны, объявить военное положение и так далее. Посмотрим, как теперь вот, да, в России граждане как на это реагируют. Сколько на этот раз сотен тысяч им получится мобилизовать? Я сейчас не говорю организовать, только мобилизовать, то есть вообще собрать людей. И если у них получится вот, действительно собрать эти сотни тысяч, уже вторая волна мобилизации, и
мы не увидим никаких, вот, не знаю, у них там возмущений, актов неповиновения, вооруженных нападений, актов саботажа именно, ну, именно массовых. Я имею в виду не каких-то подпольных структур. Мы знаем, что в России сейчас пожары есть, вот, подрывы, вот, рельсовая война. Я имею в виду именно со стороны самого вот народа, то есть со стороны тех, кого мобилизуют, то есть своих граждан. Вот. Даже не потому, что они там как бы не какой-то эстетический компас, или потому что они решили там не быть захватчиками и так далее, а именно такой шкурный интерес. Понимают, что их посылают на убой. То есть понимают, что их ждет как бы одна сплошная Макеевка. Макеевка за Макеевкой, да. Если мы этого не увидим, то да, у меня плохие новости. Вот, видимо, они на полном серьезе вот, покорно решили вот, повиноваться, да, у нас властям российским. И понимая, что Кремль ведет эскалацию этой войны, поэтапно, уровень за уровнем, вот, они готовы подписаться под этой эскалацией, подписаться под всеми этими авантюрами и всеми этими, вот, их планами. Игорь, скажите, пожалуйста, а что будет, если вот произойдет эта смена и его так называемой спецоперации на тот формат войны, о котором вы говорите? Как это отразится? Смотрите, они превращают государство фактически в огромную гигантскую Северную Корею. То есть у нас будет военный режим, у нас будут закрытые границы, у нас все будет подчинено, ну, войне. То есть они и так подчинят все войне, но у них у нас, теперь это будет уже открыто официально. Плюс это будет говорить о том, что война действительно надолго. Даже если на фронте будут какие-то вот у нас, не знаю, ситуации вот такие вот, не заморозки, потому что заморозка – это неподходящий термин. Но, допустим, когда у нас будет ситуация, когда фронт не двигается. Это говорит о том, что Кремль не будет идти вот, на какие-то уступки, он не будет вот, как-то пытаться отменить, закончить. То есть для них вечная война, то есть год за годом, нищенский, кровавый. Вот, это предпочтительно, чем очевидное поражение. Потому что сейчас мы видим, что ну, шансов у них никаких нет. На полном серьезе они готовятся там защищать и Мариуполь, и Крым захваченный и так далее. Вот. Понимая, что они никак не могут закончить эту войну победой, выбирая между поражением и вечно затянутой войной, они, конечно же, выберут вечно затянутую войну. Давайте с вами еще обсудим, мы уже их когда-то обсуждали, слова замгенерального секретаря НАТО Мирчи Джоана. Он еще осенью говорил, что зимой не ожидают масштабных операций вооруженных сил Украины, я так понимаю, в целом на фронте. Вот уже скоро, по сути, через 4 дня экватор этой зимы. Что вы скажете об интенсивности боев по всей линии большой этой фронта? Ну, смотрите, у нас экватор этой зимы, но у нас же не конец этой зимы. Плюс я напомню, что март часто бывает аномально холодным, фактически продолжение зимы. Прошлый март был у нас под тем же Харьковом минус 20 температура. Вот как бы не весенняя температура, мягко говоря. Вот, смотрите, сейчас у нас идет активная оборона. Украина удерживает территории, включая те территории, которые она смогла отвоевать. Украина уже смогла освободить 40% территорий, которые были захвачены Россией. Вот, сейчас мы ожидаем поставки новых видов вооружений. Озвучены у нас и Мардеры, и Брэдли, и МХ, бронированные машины. Плюс, ну, опять же, я напомню, всегда это говорил, и еще раз повторю, то, что озвучивается всегда вершина айсберга. Мы постоянно видим только канадские, финские машины, которые не были озвучены. Другие виды вооружения, которые поступают. Плюс нужно понимать, что это начальные партии, потом будет больше этих машин. То есть речь будет идти о сотнях. Плюс сейчас на полном серьезе обсуждаются танки. И я напомню, 20 числа будет Рамштайн. И как раз будет вопрос о танках подниматься. И я почти уверен, что он так или иначе будет одобрен. То есть вопрос о танках, он это вопрос времени. И вот мы видим, что это активная оборона сейчас. Украина выигрывает время для того, чтобы нарастить свои силы. Потому что нужно, ну, понимать вот, зрителям, что фронт... То есть это тяжелое вооружение для наступательных действий, да? Для наступательных действий. 200 действий. Нужно понимать, ну, зрителям, что фронт удерживает не все ВСУ. У Украины есть подразделения, есть части, есть целые бригады, которые не участвуют в боевых действиях, которые копят силы, в том числе западное оружие, которое поступает, проходит слаживание и подготовку для того, чтобы продолжить контрнаступление и отвоевать территории, вернуться на границы 1991 года.
Игаль, давайте еще обсудим с вами заявления, которые появились вчера в CNN. Они сообщили со ссылкой на официальные лица в США и Украине, что интенсивность артиллерийского огня России резко сократилась местами на 75%. Приводят несколько причин. Это нормирование артиллерийских снарядов из-за низкого уровня поставок вследствие дефицита боеприпасов. А также пишут, что такая причина. Более широкая переоценка тактики после успешных украинских наступательных действий осенью прошлого года. Как вы считаете, с чем может быть связано это уменьшение интенсивности? Есть ли оно? Она связана с тем, что с лета Украина реализует свое преимущество в качестве оружия. То есть, конечно же, ракеты ЗМЛРС для Хаймарсов, уничтожая их склады, уничтожив их логистические центры склады, отодвинуты были эти самые центры на более 100 километров от границы. Теперь это может показаться немного, что только 100 километров, да, но у России вся логистика заточена на железнодорожные составы, то есть вы подвозите максимально близко к фронту боеприпасы и складируете их в одном большом складе. Теперь, если у вас на расстоянии больше 100 километров от фронта находятся эти склады с боеприпасами, то вам нужно их возить чем? Ну, грузовиками. Во всем мире логистика построена так, что у вас есть специальные погрузчики, у вас есть палеты на этих снарядах, у вас есть специальные службы, плюс есть воздушная возможность перебрасывать большие массы, даже войск. В США, например, там есть грузовые большие вертолеты, там чинуки не только, конвертопланы «Оспрей», которые выполняют логистические операции и цели. Плюс, кстати, ну, флот тоже по морю. Вот. В то время как у России это только железнодорожные как бы, возможности. И у них нет ни воздушных, у них нет грузовых вертолетов, которые могут выполнять, у них нет никаких танковозов, например, каких-нибудь, которые могут танки перебрасывать. То есть у них танк, когда сгружается с железнодорожного состава, он двигается дальше своим ходом. Вот. Что как бы это нонсенс и бред, вот, в любой нормальной армии танковозы доставляют их точки развертывания. И это получается у них такая ситуация, что они могут питать фронт фактически по капле. Вот. Сейчас действительно они сконцентрировали все свои усилия, например, вот на солидарском направлении, те немногие там артиллерийские и так далее возможности, которые есть. При этом обратите внимание, в то время как в Солидаре они давят и штурмуют, у нас в основном всем фронте в основном затишье. Вот. И количество действительно стрелов оно понизилось. А как вы прокомментируете вот эти сейчас пугалки от Минобороны России? Они заявляют, что в 2023 у них улучшится вооружение. Говорили, что появится и 12 кораблей, и 4 подводные лодки, и какие-то ракеты у них, те же кинжалы, сарматы, цирконы. Все у них вдруг совершенствуется прямо в 2023 году. Вчера об этом говорил Шойгу. Откуда все возьмется? Пусть продолжают говорить. Ну, то есть мы знаем, что они как бы любят браваду и любят рисовать мультики у себя там. Ну, я бы не смотрел серьезно, как бы не обращал внимания на полном серьезе на такие заявления. Вот. Ну, то есть это элемент некой информационной войны. Не некая, это информационная война, конечно же. Вот Министерство обороны показывает, что у них все хорошо, вот, что никакие там ни санкции, ни экономические какие-то там давления вот, никак не повлияло. Вот. Ну, это более чем очевидно. Но тут просто еще такой момент важно нужно добавить. Они действительно могут. Те вооружения, которые, скажем, были на начало полномасштабного вторжения, там, подготовлены на 90%, на 80%, допилить, доделать, выпустить. То есть выпустят тут 5 самолетов новых, тут что-нибудь выпустят. Но это не поменяет никак картинки общие на поле боя. То есть это в основном штучные. Ну, в том числе и корабли. Но выпустят это, спустят не на воду какие-нибудь корабли, которые достраивались в том же где-нибудь, ну, там, Тихом океане, например. Да, это никак не повлияет, опять же, на возможности вот, их группировки сейчас на юге и востоке Украины. Игаль, спасибо вам большое за ясные, как всегда, ответы, за вашу профессиональную оценку того, что происходит на фронте. Игаль Левин, военный эксперт и офицер армии обороны Израиля, был с нами в эфире Freedom. До свидания, Игаль.